Здравствуйте, я учитель школы 1420 по папье-маше Ветрова Татьяна Николаевна. И сегодня мы с вами попробуем сделать целый большой чайный набор кукольный. Подгибаем все штучки. Кладем на тарелочку. Показываем бумажке, как она должна лечь. И мы можем краешек вот так оторвать, а можем загнуть. Я оторву. И все вот эти штучки на серединку налеплю. Потом снова заклею большой бумажкой. Если вот так придерживать, она прям по кромочке отрезается, прям как отрезается, как будто. Так, это чуть-чуть подальше, чуть-чуть поближе. А еще мы можем оставить это для ложечки. Давайте попробуем оставить это для ложечки. У нас много вариантов, когда мы лепим. Почему я отрываю каждый слой? Потому что 6 слоев отрывать значительно сложнее, чем по одному. Потому-то я и отрываю каждый слой. Можно, конечно, пробовать по 2 слоя отрывать. Посмотреть, будет ли у вас там хорошо или плохо. Поэкспериментировать чуть-чуть. Так, на мой счет, кажется, последний слой у этой тарелочки с домиком. И у нас появилась куча кусочков, чтобы ложечку сделать. По моему ощущению, вот реально уже хватит как бы сюда. Так, берем ложечку, берем наши кусочки на эту сторону ложечки. Видите, у меня ложечка фарфоровая, поэтому вот с этой стороны не клеим, и тут прилипнет намертво. На стеклянную ложечку или на пластиковую тоже надо смотреть, с какой стороны она имеет какой-то узор шершавенький. А с какой стороны она гладкая и ровная? С той стороны, где она гладкая, и нужно лепить. Если она гладкая со всех сторон, то тут уже все равно. Ложечку мы можем аккуратненько вот так под клеивать. А можем потом, когда она засохнет, просто отрезать ножницами.
И мы тоже делаем 6 слоев, потому что мы всегда делаем 6 слоев. Это наша основная установка. Ничто не может ее испортить. И сделать 6 слоев на всем у нас цель. Так, вот, на мой взгляд, ложечка довольно толстенькая. Потом мы можем посмотреть, когда она подсохнет, и сделать ей какой-то узорчик. А можем сделать ей узорчик при помощи непосредственно красок всяких нарисовать как бы. Вот так еще можно ложечку было делать. И аккуратненько подгибать. Тут подогнуть, сюда подогнуть. Так, 2 ложечки. И последние. Пригодится. Девиз ДПИшника пригодится. Так вот. И все вот так вот не оставляем. Чашку не замуровываем. Она нам потом еще понадобится, чтобы пить из нее чай. А с другой чашечкой, которая у нас будет бумажной, мы будем играть. Лучше, чтобы они не попадали на 2 предыдущие половинки. У меня тут половинка не вот такая ничего. А крест-накрест очень прочно они слепятся. Отрываем лишнее. И вот сюда на чашечку. Теперь чашечка у нас будет помоечкой для осколков от тарелочки. Чтобы у нас ничего не пропадало во имя экологии. Бумажка же делается из дерева, а деревья мы любим и бережем. Слишком длинный. А так как мы деревья бережем, то мы их используем, пока они не станут прекрасными украшениями для нашего дома и не поселятся в нем навсегда. На полке и в качестве игрушек. Так. Сколько слоев было? 2 кусочки. Ровненько. Так. А
они все у нас очень хорошо придутся к делу. Все подгибаем. Вот тут отрываем, вот тут подгибаем, потому что у нас как бы тут чашечка прям вот, вот смотрит в лицо. Вот это она как бы бортик в бок, а это прям в лицо. Поэтому надо, чтобы она была ровненькая, чтобы никто не видел, что мы неаккуратно ее делали. А еще можно обрезать потом будет. Так, если возник пузырек воздуха, мы его выгоняем от центра к боку. Потому что он нам там будет мягкий такой, а в чашке обычно ничего мягкого нет. Это немножечко противненько. А мы делаем так, как прям вот в магазине настоящие керамисты делают. Поэтому у нас чашка будет тонкая, жесткая, а потом еще и красивая, когда мы ей долепим ручечку в следующий раз и раскрасим. Так, мне по ощущению кажется, что она уже достаточно толстенькая. Ну вот, может быть, еще вот тут. Вот тут еще недостаточно толстенькая. Если у нас что-то все-таки где-то дырка, то когда мы вытащим эту чашку, ну, когда она высохнет, и посмотрим на нее и увидим дырку, то мы можем обратно ее поставить, дырку закрыть, она высохнет уже быстрее, и все у нас будет исправлено. Вот. Вот у нас две чашки к блюдцам, комплектам. И когда к нам придут какие-нибудь подружки, или с мамой можно играть, с папой можно будет играть, и их можно будет не бояться разбить, ронять можно будет, и все такое. Потом еще их можно будет красиво раскрасить. А можно целый конкурс устроить с подружками, сначала раскрасить, а потом чаепитие кукольное. Всего доброго!